Обмазочная гидроизоляция – это, конечно, прекрасный материал, который массово применяется на Бали. Но давайте я покажу, что с этой гидроизоляцией может произойти спустя небольшое количество времени. Мы видим, что абсолютно весь участок с плоской кровлей, трещины, вся гидроизоляция потрескалась, отстрелила от битумной стяжки. Ну и понятно, что на этих участках идут сейчас протечки.